Здравствуйте, добрые люди, всем тем, кто сейчас принял к своим мониторам. Здесь и сегодня среда, это значит культура потребления. Александр Пилочников, добрый вечер, здравствуйте вам. Привет всем. И у нас сегодня гость Александр Исаков, архитектор города Самары, великой столицы Приволжья и Волжского района. И сегодня говорим о многих интересных вещах, которые интересуют не только тех, кто слушает красивую музыку, но и просто жителей, которые таким-то образом живут в нашем регионе. Ну и, наверное, прежде чем начнем, вот так вот по-спортивному и красиво я, с Олимпиады, да, то есть ожидания, итоги. Мы приходим на такой, вы знаете, официальный уровень, немножечко вдохновился я этой торжественностью и пафосом, которая проявила некий такой вот всеобщий патриотизм. Насколько это было объективно, насколько это реально, либо иллюзия, миф, который мы создали и поддерживаем. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Действительно, 7 лет назад в Гватемале президент России Владимир Путин пообещал, что если вы дадите нам Олимпиаду, вы подарите мечту россиян. И за 7 лет в этот короткий промежуток мы провели глобальные игры. Насколько я знаю, она самая смотрибельная была, то есть из всех, которые были. Да, то есть она побила рекорды по просмотрам, по телетрансляциям. И, в принципе, для современной России стройки подобного масштаба, ну, нет аналогов. То есть Советский Союз, мы прошли этот этап. И, как сказали, то, что сейчас и территория на 40% меньше, и экономика на 40% меньше. Однако же мы видим, что мы способны решать такие глобальные мероприятия, как Олимпиада. Вот. И мы, в принципе, посмотрели на это, так как в 2018 году Самара будет принимать чемпионат мира по футболу. И вот эта высокая планка, высочайшая. То есть организация была, ну, комар нос не поточит. Все были довольны. На самом деле мы издалека начали, и говоря вот о том, что на Олимпиаде, да, вот были эти замечательные, да, строения, которые шедевр тоже в архитектурной мысли. Переходим к Самаре, проект застройки и стрелки Самары, да, то есть то, что сейчас обсуждается, то, к чему непосредственно сам лично имеешь отношение. Не с горами весна, чего уж там осталось пару деньков, соответственно, тоже актуальна эта тема и для всех жителей, как услышать нас. Дело в том, что как бы губернатор обратил внимание на стрелку, так как это территория, ну, откровенно говоря, заброшенная. То есть первоначально там планировался стадион, и то есть какие-то проработки уже были на тот момент. Сейчас мы знаем, стадион перенесли в район радиоцентра, вот, а эта территория была отведена как федеральная, то есть она получила статус особый. Вот. И на ней сейчас... Какие объекты вообще планируются в плане застройки? Институт Ленгепрогор, он разработал проект планировки территории. То есть это, грубо говоря, эскизный проект градостроительный, но с экономическим обоснованием. Что там планируется? Там, в принципе, 120 гектар. И, то есть это... Насколько я знаю, торговый центр, там живая застройка. Особый вопрос вызывает размещение там торгового центра, потому что это историческая среда. И когда там нам заявляют о том, что там появится торговый центр 100 тысяч квадратных метров, а если так прикинуть арифметически, то это надо порядка 10 тысяч парковочных мест, где их там размещать, большой вопрос. Поэтому тут, скорее всего, чисто экономический просчет людей, которые не знают истории города. То есть они нам размещают торговый центр в самом сердце города. И не просто в самом центре, а на территории, где размещалась крепость города Самары. И этот торговый центр будет повторять абрис стен крепости. Александр, смотри, вот да, вот те, кто живет в Самаре, понимают примерно, о чем идет речь, но на самом деле те другие люди, которые прильнули и которые смотрят миллионы их, да, о чем идет речь? Проясним, да, потому что вот само выражение губернатор обратил внимание на стрелку, нужно пояснить, да, вот исторический момент возникновения, потому что те, кто к нам присоединился, о чем идет речь, и о проекте, чтобы сделать резюме. То есть историческое место, да, проясни, пожалуйста. Ну, город начинался оттуда. То есть там Григорий Засекин основал крепость, которая стала оплотом России на юге. То есть это для нас такое знаковое место, как для самарцев. Отлично, Саш, давай прервемся. Мне кажется, самое время немножко послушать музыку, небольшой перерыв. Вот эта хорошая фраза. Город начинался оттуда. Откуда он начинался, куда он идет и что будет происходить? Два показывает диджей Adidas. О чем идет речь, мы узнаем во время небольшой паузы. Послушаем музыку, вернемся. У нас очень много интересных сюрпризов сегодня. Друзья, будьте с нами. Это культура потребления. Поехали.